Жительница Нурлат Алсу Хакимова последний раз прививалась от гриппа несколько лет тому назад. В этом году все же решилась на вакцинацию. Каждый год я слышу, что вирус гриппа дает тяжелые осложнения, поэтому в этом году я решила сделать прививку против гриппа. В Нурлатском районе привиты более 7 тысяч детей в возрасте от полугода. Обезопасили себя от вируса почти 4 500 взрослых. Бесплатно против гриппа вакцинируют детей, студентов, беременных женщин, людей старше 60 лет, людей, страдающих хроническими заболеваниями, а также лиц, которые в силу своей профессиональной деятельности контактируют с большим количеством людей. Грипп особенно тяжело протекает у беременных женщин. Врачи настаивают, будущие мамы и малолетние дети должны вакцинироваться в первую очередь. У нас в прошлом году было проведено 33 вакцинации беременным. И надо отдать должное, что в семьях у вакцинированных беременных были очаги, то есть были носители эти вирусы, наши же беременные вакцинированы, перенесли все это очень легко. И были случаи госпитализации в инфекционное отделение беременных, невакцинированных, с пневмониями, с ОРВИ, с гриппом. Нурлатцев ждут в районных поликлиниках. Вакцинация включает в себя единственный укол. Необходимые условия. На момент визита к врачам нужно быть здоровым. Алсу Хмедзянова, Гульназ Хасаншина, Инсаф Миниханов. Новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».